Йоу! Я нашла свой нож. И у нас сегодня нойзик. Вообще-то я не хотела покупать сеты альбомов, у которых одинаковые фотоблоки. Но нойзи и Максидент мои любимые, поэтому я решила докупить нойзи тоже. А у магазина был баннер, типа, кто заказывает с 11 ноября по 20, там будет какой-то подарок. И я надеюсь, мне этот подарок достанется тоже, потому что я заказала 12. Давайте вскроем. Натуре положили вот это крутой подарок. Короче, я заказала такие же на балы. И они все еще в Монголии. Я их заказывала раньше, чем нойзи. Они очень плотные, именно те, которые я хотела. Конечно, мы сейчас немножко руки. Это вообще крутые. На своем фатерке их тоже теперь продают, и они там стоят типа 1000. Но я купила за 250, и тут мне положили в подарок вот это крутой подгон, ребята. Так, тут топ-лодер. И новые полики с Максидента теперь. Положили Чана и Хенджину, чтобы я поколдовала. Я даже не знаю, какие карты я хочу. Вот в нойзи, в Максиденте очень красивые карты все. Вудинари только те, которые не лимитные. Там карты тоже красивые, но кроме лимитных. Вы меня поняли? Давайте начнем с зеленой. В общем, у меня есть распаковка лимитки, но там показано все, кроме карты. Я не понимаю, куда делась часть с картами. Тут у нас карты, диск, наклейки, какой-то мини-постер, по-моему. Лирика у нас вот здесь. Давайте посмотрим фотобук. Да, вот Хенджин. Слушайте, ну, образы, конечно, такие же, но фотки другие. Хотя вот эту кого-то я видела. Я не раскрою фотобуки полностью, чтобы у них не выпали страницы. Поэтому я считаю в Максиденте самый крутой фотобук. Мне очень нравятся эти красные образы. Потому что красный мой любимый цвет. Так, я сейчас попробую показать плакат над моей кроватью. Вот. В этих образах они исполняли Домино. Это, по-моему, единственная песня, которую я знаю, но я знаю ее на английском. Типа, эй, Domino, flicking drop in the sea, it fell down. Вот это знаю. Но на корейском я вообще не могу запоминать пока песни. Я пытаюсь доучить правила чтения, потому что там вообще капец, конечно.
тушите свет. Поэтому я пока не могу правильно выучить песню. А на слух я немножко не воспринимаю, если не знаю язык. Вот эта фотка, по-моему, была, когда мы голосовали на маме в прошлом году. С каждым годом все больше аккаунтов, и с каждым годом все как будто бы труднее. О, фиолетовый какой насыщенный. Вот фотки, конечно, другие, но из-за образа воспринимается, как будто ты смотришь одно и то же. Это странная фотография, как-то обрезали немножко неправильно, как будто бы. Опустите богему. Внимание на такие вещи. О, у меня вот, кстати, у меня в прошлый раз, я попробую сейчас вставить. Вот этот мини-постер выпал. По картам был дабл Чанбин. Вышел Хёнджин и Чанин. Я не знаю, на кой я продала Хёнджина. Я его купила обратно, не помню. Потом посмотрю. Поэтому сейчас я хочу плакат с Чанбином и Чаном. Он же тут все еще есть. Мне кажется, да. По-моему, в лимитке был стенд с сетом карт, а в предзаказе были эти мини-фотобуки с фреймом. У меня весь фотобук порезан на карты, потому что так хранить лучше. Мне нравятся вот этот, вот эти последние образы, ну и красные, как я уже говорила. То есть фиолетовый очень приятный. Эта фотография классная. Итак, что по картам? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте вот так как-нибудь. Да нет. Ну, конечно, это же я. Кому может еще так повезти, как не мне? Придется продавать. Вот такой вот диск. Диск очень красивый. Вот так. Вот такой у меня уже есть. Кому надо, покупаем, ребята. Так, тут наклейки получается. И карты. О, вот таких наклеек у меня не было. Я там видела одну двустороннюю карту. И у меня такое чувство, что это то же самое. Нет, это Чанин. Так, теперь вот эти. О, Феликс. А, кстати, у меня была такая карта, и, по-моему, я ее продала. Мне еще идут три карты. И среди них нет этой. Короче, я иногда продаю карты, которые мне не очень нравятся, когда очень нужны деньги. И я не знаю, наверное, я его оставлю. Для полного сета. Подписывайтесь на мой телеграм, девочки. Там я иногда пишу всякую хрень. Иногда выставляю карты. Иногда... Вы что угораете? Это просто смешно. А, капец, ну это вообще... Это потеря потерь. Кринж.
Ну, капец. Ну, конечно, это же я. Я вообще не могу, но это просто смешно. Так. Нет. Серьезно? Ну, конечно. Капец, ну это просто смешно. Ну, ребята, ну я... Ну, вообще... Две фиолетовые карты. Ну, хотя бы уже не Феликс. Ладно. Наклейки тоже одинаковые. О чем поболтаем? Я не хочу открывать карты. Ладно. Ой, Чанбин. Какой-то фигни, Чанбин. Вот этот у меня точно есть. Ну, заказанный. Вот Банчан попадается только в повторках. Ну, карты хорошие, конечно, помимо вот двух Чанинов. Вот такой вот у меня улов. Две повторки. Даже получается 4, если считать этих банчанов тоже. Значит, этого я оставляю точно, а этого я, наверное, продам, потому что у меня такой есть. Тем более, этот вроде без дефектов. А мне Шоп прислал фотки того, что там есть дефект. Поэтому, если хотите, можете купить у меня этого банчана. Ой. Я все равно рада, потому что фотобуки красивые, карты тоже красивые, наклейки новые. Вот это, конечно, не новое, но ладно. Подписываемся на мой телеграм, как я уже говорила, или на твиттер. Твиттер у меня есть, ссылка в карде, я кидаю карты тоже. Карты это, короче, мини-обзор меня, там написано, сколько мне лет, кто мне нравится, мои бесы. И ссылки на меня в соцсетях. Поэтому подписываемся на телеграм. На твиттер тоже можно. Спасибо за просмотр. Пока.